Правительства Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве по обмену опытом службы ОСАН с Объединенными Арабскими Эмиратами. Утверждена также правительственная программа Арабских Эмиратов с Азербайджаном. Меморандум подписали председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте Ульви Мехтиев и министр по делам Кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Абдулла Аль-Гергави. Делегация во главе с Аль-Гергави проинформировали о деятельности центров службы ОСАН. Было отмечено, что созданием службы ОСАН были достигнуты серьезные успехи в сфере обеспечения эффективного государственного управления. При этом было отмечено, что госагентство в 2015 году было удостоено премии Организации Объединенных Наций в области государственной службы, а в 2019 году специальной награды ООН в области развития государственных услуг с применением цифрового управления. Ни для кого не секрет, что отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами находятся на самом высоком уровне. Поддержка отношений между главами государств способствует еще большему укреплению связи между странами. Наше сотрудничество с министром по делам правительства и будущего Объединенных Арабских Эмиратов началось с 2016 года. Особенно хочу отметить значение Всемирного саммита во главе с самим господином министром, в котором мы принимаем участие каждый год. В ходе церемонии подписания документов министр по делам Кабинета Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Абдулла Аль-Гергави отметил, что сегодня служба ОСАН – это положительный опыт для всех стран мира, и в том числе для Арабских Эмиратов. Сегодняшнее мероприятие можно расценивать как успешную политику глав наших государств. До этого дня мы взаимодействовали во многих сферах. Сегодня же это коснется и сферы инноваций. То, что вы сейчас видите, это только начало. Отдельно хочу отметить успешную политику Ильхама Алиева, в частности, в сфере оказания услуг гражданам Азербайджана.